воскресенье в Самарской области пасмурно, с прояснениями, пройдет снег. Минус 2, минус 4 градуса днем, ночью 5-7 ниже 0. Ветер усилится, северо-западный 6-8, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, небольшой снег. В дневное время минус 2, ночью 4 с минусом. Северо-западный ветер, скорость 8 метров в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде снега. Днем минус 2, ночью 5 градусов ниже 0. Северо-западный ветер 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем минус 2 градуса, ночью 6 ниже 0. Северо-западный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.